Я всех приветствую на своем канале Unifam et Unifam, и с вами Лена. Мне совсем недавно был задан запрос, чтобы рассказать вам о том, как я ухаживаю за своими волосами. Особенно потому, что я делаю эмалирование, и как вы знаете, то что, конечно же, ничего хуже, наверное, для волос не может быть, как то, чтобы их осветлять. И делаю я уже это многие года. Да, осветление обозначает двойной уход, тщательный уход, поэтому да, я пользуюсь разными продуктами, я делаю самомаски, я делаю много чего всего. У меня, ну, наверное, как мы разделим, хоть маски это самое важное, все равно я начну с шампуней, маски и потом всякие там укладочные средства. Конечно же, если осветление, то у меня все направлено на то, чтобы ухаживать за блондированными волосами, поэтому уже многие годы я покупаю специальный шампунь, который моя парикмахер мне еще давным-давно посоветовала. Это такой сиреневый, они бывают синие, убирают желтизну. И у меня вот такой вот Blond Me от Schwarzkopf. И этим шампунем я тоже пользуюсь много лет. Она мне сказала, что не обязательно постоянно пользоваться одним и тем же. Вы покупаете любой ваш другой шампунь, который вам нравится. Покупайте один из этих и добавляйте другой шампунь, чуть-чуть вот этого. Так как это средство, оно поможет, чтобы убрать желтизну, а другой, он может быть какой-то ухаживающий, он может добавлять вам объем и так далее и тому подобное. Поэтому такого шампуня мне хватает раз в год. Это профессиональная линия, она не такая уж дешевая. Таким образом можно, конечно, прекрасно сэкономить деньги. Ровно год назад я вам показывала мои уходовые всевозможные средства для волос от фирмы Ауши, Оси, называйте как хотите. У меня это не изменилось, мне до сих пор очень нравится эта фирма, мне нравится эта серия, это для непослушных волос, хотя у меня, я не могу сказать, что они непослушные, но мне эта серия очень хорошо помогает, чтобы у меня волосы не пушились, она немножко их утяжеляет, но не сильно, в хорошем смысле. Так, у меня тонкие волосы, в общем-то, сами видите, структура такая, и эта серия мне просто прекрасно подходит. У меня шампунь, кондиционер и такой вот типа маски. Кондиционер, я считаю, что это, наверное, самое лучшее средство, но и вот оба других тоже неплохие, пользуюсь всей серией. И я помню, что я пришла к парикмахеру полгода назад, и она меня спросила, чем вы пользуетесь волосы как шелк. И хочу сказать, что это именно заслуга этой линии. Но я заметила, что через 8 месяцев, там максимум год, мои волосы привыкают к вообще к любому средству, моя кожа привыкает к кремам. Я думала раньше, что это все выдумки, но нет, я действительно заметила это. Поэтому я поменяла эту линию и время от времени к ней возвращаюсь, то есть меняю средства. Шампунь я поменяла на Джон Фрида. У меня Sheer Blonde, то есть для того же блондинок, с увлажнением. Вот она выглядит. Неплохой шампунь, поэтому мне практически он, кстати, закончился, очень даже нравится. Из маски Джон Фрида, но уже Full Repair идет на полное восстановление. Маска такая, она и не слишком жидкая, и не слишком какая-то плотная, средняя консистенция, очень вкусно так пахнет, неплохая. Обычно использую я ее не так часто, если честно. Я все-таки предпочитаю делать маски сама. Пытаюсь выделить себе время, не всегда получается, но если получается, то делаю это. Я, если честно, когда-то давно сняла видео еще со старой камерой, но ни разу его не выставила. Поэтому, если вам интересно, как я делаю маску, с удовольствием могу вам сделать. Напишите под видео, нужно ли вам это. Маски. Снова же, если у меня мало времени, я быстренько прихожу домой и смазываю волосы маслом. Масла у меня есть разные. Я считаю, что, знаете, если у вас не продается кокосовое масло где-то рядом, его не так легко найти, не ломайте себе голову, берите оливковое. Оливковое масло, оно просто прекрасно действует на волосы. Любое, только холодного отжима, оно будет вам лучше. И туда добавляю еще парочку капель там лавандового масла, могу добавить чайного дерева. Если у вас этого нету, можете этого не добавлять, просто оливковое масло, хожу с этим час,
как раз за то время, пока мы ужинаем. Затем мою волосы. Аргановое масло. Биологическое, тоже холодного отжима, которое на самом деле предназначено для того, чтобы употреблять в пищу. Это означает, что оно очень хорошего качества. Вот символ био, и пользуюсь им. Кстати, запах такого, как мой муж говорит, ты пахнешь печеньком. Не знаю, ну, в общем-то, ореховый запах. Что еще также люблю делать с масками? Действует просто бесподобно, если вы идете в баню. Вы знаете, что от тепла открываются поры кожи, и также лучше входит средство и в наши волосы. Поэтому я либо беру с собой масло, либо делаю какую-то масочку, и в бане так оно еще лучше впитывается. Ну и как раз я утащила от своего парикмахера средство профессиональной линии, которое называется Milkshake. Дорогущее, но вот решила себе побаловать. Оно пахнет просто каким-то молочным фруктовым коктейлем. Это так здорово. Этот запах, он превосходный. И что немаловажно, также превосходно работает на ваших волосах. Это пенка. Это кондиционер в виде пенки. То есть это уходовое средство. Вы наносите на влажные волосы, и они потом, их постоянно хочется трогать, потому что они настолько шелковистые, такие классные, такие прям красивые, они блестят. Поэтому средство действительно супер. Если вдруг вы ищете какое-то профессиональное средство, готовы отдать деньги, могу его вам посоветовать, пользуюсь им с большим удовольствием. Но я люблю также не менее средство масс-маркета, у меня это средство от Dove, тоже такой вот некий кондиционер в виде спрея, вот так вот вы его взбалтываете, он идет, то есть он увлажняет ваши волосы, поэтому вот средство очень даже достойное, и снова же цена радует. Я обычно редко вообще, я когда делаю прически, я редко сушу волосы феном, но уж если такое случается, то конечно же я беру себе защиту, я купила от L'Oréal Elnett для того, чтобы делать кудри, то есть оно получается и защищает ваши волосы, и является неким укладочным средством одновременно, поэтому мне нравится, что это два в одном, и вам не надо сначала одно средство, потом еще какую-нибудь пенку, еще что-нибудь, это очень удобно. И запах у него просто превосходный, потому что у Elnett, я считаю, что вот их лак для волос, к нему либо надо привыкать, но у него своеобразный запах, кому нравится, кому нет, а вот это вот я считаю, что такой вот довольно современный запах, он приятный, и я думаю, что такой запах понравится очень многим. Так что очень вам даже советую вот это вот средство. Ну, еще отдельное словечко о Tangle Teaser, я себе тоже его купила, купила не маленькую версию, а большую, потому что как-то маленькая мне была слишком маленькая, вот это вот помещается ровно в руку. Долго я его не покупала, все были просто в восторге от этой расчески, и я просто решила, что из раз, скорее всего, что это вот какой-то новомодный продукт, но он мне не нужен. Поэтому долго не покупала, хотя у нас продается просто на каждом шагу в магазинах серии DM. Тоже разные, в общем-то, цвета, и маленький размер тоже есть для сумочки. Долго не покупала, потом купила для мамы в подарок. И взяла одну, попробовала у нее, мне понравилось. Думаю, куплю и себе. В общем-то, я купила и себе, и тете, и теперь мы все ходим с тангл-тизерами. Эта расческа подойдет, скорее всего, тонким волосам, таким, как у меня. Хотя у мамы, моей мамы не такие уже не тонкие, но, во всяком случае, вьющим волосам точно это no-go. И совсем уж таким тяжелым, толстым волосам, пористым волосам, я думаю, что это тоже no-go. Но вот для всяких вот таких вот тонких волос это очень даже хорошо. Мне расческа понравилась, она вот такими мягкими зубчиками, как-то вот она так хорошо и массирует, и расчесывает, и как-то так распутывает. Что ж, на этом будет все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я говорю вам до следующей встречи, новых видео. Всех целую, всем пока!